Всем здравствуйте. Послушайте, как птички поют. Как по весне. Снег сошел почти. Погода, конечно, хочет дождик пойти, я так понимаю. Но птички поют вот как по весне. И такое настроение, такое ощущение сразу. Скорее бы весна. Не хочется уже ни этих холодов, ни этих морозов. Ничего. Мы на Кубани не привыкли к долгим морозным дням. Для нас в этом-то году было... Я помню, 20 лет назад у нас было минус 25, минус 27. Это было, блин, ну это было офигенно. Холодно. Наверное, ощущалось, как все 35. Потому что здесь очень сырой климат. И, конечно, ощущения совсем другие. Пока все так уныло, но птички вообще не дают унывать. Слава Богу. Ничего, скоро все расцветет. Сегодня 8 февраля. Ой. Серость и унылость пока что в городке. О, я вообще вышла на дорогу. Нашла посередине, иду. Машин пока мало, как бы. Все, идем работать. Что еще я заметила? Хочу. Я еще дома была. Вот смотрите. Мусорооборочные машины работают. Просто многие там, бывает, жалуются, что это... Ну, в общем, мусора. Знаете, я так считаю, что... Ну, жалуются на плохую работу мусороуборочной компании. Тут дело даже не мусороуборочной компании. Просто, ну, иногда бывает больше мусора, иногда меньше. У людей график, допустим, там вторник, суббота. Они же тоже не могут подгребать за людьми каждый день. Там кто-то сегодня решил генеральную уборку сделать. Вынес мусорные баки, там, 10 килограмм. Кто-то сегодня нормально, там, приехали полбака. Но все равно же они приезжают. Ну, вот у них график такой. Вторник, четверг. Ой, вторник, суббота. Ну, вот, пожалуйста, все работают, все это. Они еще ехали в 7 утра. Я просто их с балкона видела. Вот они собирают с баков мусор. Ну, всем людям мил не будешь, не угодишь. Поэтому если на всю эту ерунду обращать внимание, конечно, будет вечный скандал и вечная суета. Люди работают и работают. Так, в общем, сидели мы с Евгением. Мне надо срочно было в Федоровскую вечером. Евгения говорит, мне Федор вечером работа. В общем, так, у нас такой план. За обеденный перерыв, то есть за час, слетать в Федоровскую, слетать в магаз и вернуться на работу. Сегодня мы на симпатичной машине. Ну, Евгения у меня ас, куда ни посади, на всем ездит. Евгения, вы, наверное, на самолете умеете летать? Сегодня мы вот так вот. Нива-нивушка. Так что нам сейчас у нас марш-бросок в Федоровскую. Вот так вот, ребята, и живем в деревне. Лично я, например. Попрошайничаешь, ходишь постоянно. Ну, свозите меня куда-нибудь. А вот Евгения вырвалась, говорит, Лен, только в Одессу. Спасибо, Евгения, тебе.
мало денег, помогают. Ну, самое главное, что взаимопомощь у нас есть всегда. ГАИ надо проверить сначала, а потом... ГАИ? Конечно. ГАИ, а потом... ГАИ на Покровке. А потом куда-то ехать. ГАИ на Покровке. У нас... Ну, в общем, мы решили променад по Хунтеру сделать. Вам показать тут все. Да, хутор у нас большой. Это было начальное хутор Екатериновский. А потом уже те двухэтажки, трехэтажки, которые вы видите все время. По каким чигирям нас тут возят? Такие красивые дома у нас тут стоят. Я люблю открытый забор. Вот мне нравится. Вообще прикольно. Да. Далеко меня видать. А тут снег лежит, да, еще совсем вообще прям. Походу намело больше. Ну мы на Ниве, нам пофиг. Даже вон мусор кто-то собирает. Да, даже мусорные баки стоят на хуторе. Вот конец хутора стоят мусорные баки. И сегодня был вывоз. Не видела. Да, по вторникам и субботам. Здесь у нас строится новый поселочек. Ну как новый? Он давно строится. Здесь земли были выданы как многодетным семьям. Бомжам, да. Депутатам. Чтобы он это, бомжам, чтобы он сел посреди территории. Он у бомжам. Бомжа две усадьбы стоят. С финской баней, с русской баней, с хамамом. Вот. Здесь у нас производство какое-то. Не бойся, я тебя не снимаю. Я все знаю. Евгения не хочет сниматься. Я личность не медийная. У нее, да. Она скрывается. Так, в быстром темпе вальса. Хотя это магнит косметик невозможно. Начинаешь перебирать. Ой! Что-то я поскользнулась. У меня даже есть списочек. А толку от него, блин. Начинаешь гребсти. Я еще не пробовала вот такую краску. А, новый дизайн. Сьюз мне не подходит. Так. Роскошный каштан. Что это за новая краска? Пепельно-черный. Попробуем. Каштан уберем. Ой, бля. Ой, господи. Так. Что у нас тут со скидками на Эвелин? Бора Плюс. Самая лучшая маска на свете. Не надо. Самое главное это как обычно собаки, кошки. Так, что у нас тут есть? Деревянная фара, салон, чистки рук. Кухня, ванна, стекла. Так. Что говорят на вот эту ерунду скидки? Ну, только что-то я не вижу их. Ну, как были по 99 рублей. Вот это вся ерундень. 94.
большая. А, ну да, скидка 30%. Судочки у меня опять в неизвестном направлении. Куда все девается? Я вообще в афиге. Как, куда, че, блин? Так. Салфетки. Мне нужны салфетки. Ой, нет, цвет не пойдет. О, моя цена. 18 рублей. Пойдет. Губки, хренубки, тряпки, салфетки. Помыть, почистить. Так, тут ничего не надо. Так, колготки Катя просила. Есть скидки? Ну да, есть. Скидки есть. Так, девочки, скидки на колготки. Двойка. О, размер 5. Еще до 5 не доросла пока, слава богу. Тапочки, носочки. Офигенная цена, это ужас. А здесь внутри 229, все в одном. Но колор. Вот с пятным водителем 229, а в обычном магните 300 с чем-то. Мы просто уже туда сбегали. Нам, в принципе, там ничего не надо было. Мы быстренько забежали, убежали. Так, самая главная еда. Вискас. 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 Надо еще одну пачку брать. Три малых. Три мало. Так, и такие штучки. На что у нас есть скидка? Недавно фиски сын покупал от безысходности. Они его неплохо ели. Кстати. Надо помогать. Гля, чуть-чуть. Сука, они скоро и нас сожрут. Куляхой. Убираем. Так, еще я хотела поставить мисочки, но они, блин, все большие. Значит, нету. Все, ничего нету. Все, ничего интересного. Больше нам не надо. Интересно, он хороший? Профессиональная химия написана. Знаю. Что вот это такое? Кто пробовал? Удаляет все виды пятен. Все.
Берем на тест. Еще бы пятно найти. Ну, в общем, в принципе, больше мне ничего не надо. Все, идем на кассу. Успели, успели, успели. Та-тань, на 3.15. Нет, так не снимают. Все, снимаешь? Вечер. Так, ну более подробно покажу. Свет нормальный хоть, а то люди не видят. Что сегодня я купила? Ну, это вы видели. Салфетки. Всех по одной. Салфетки белые. Я когда рисую... Ульяна, что ты на потолок не залезла? Я когда рисую, я всегда использую... Взяла попробовать краску. Не знаю. Цвет очень интригующий. Пепельный черный. Не знаю. Свой любимый крем. Бора Плюс. А это все девчонкам. Все девчонки для вас. Вон они сидят. Нуля, покажи. Я уже показала. Стоят там возле своей. Уже бедную нитку скоро съедят. Взяла попробовать мне такой Фрискис. Не знаю, был со скидкой. 66 рублей всего стоил. Зайдет. О, давай, девки. Зайдет и мне зайдет. Давайте, слазьте. Ну, это надо обязательно сделать. Ой, боже мой. Ну, мелкий. Надо еще одну миску. Надо бы светофорик купить. Вот так вот у нас. Вот так вот у нас. Главное от котов. Это пятновыводитель взяли для того, ну, помните, да, на тест. Протестить. Это что? О, когда она успела мне их подсунуть? Взяла Фрискис. Последний раз они неплохо ели. Поэтому дерутся так. Все, наверное, не влезет сюда. Хорошо приближает. Он, наверное, уже и сюда тут не влезет, да? Мелки по-другому поставь. Ой, блин. Да, вот так вот. Ну, все, так вот идеально. Всё, так. Магнитка закончился. Для себя, для котов. Жесть. Ты тише хлопай. Ой, а? Я люблю вот эти салфетки. Они очень мокрые, прям хорошо в комнату особенно. Да? Я не знала, надо было еще брать. Они тоже были со скидкой. О. Ура! Все в шерсти ходит. Какие-то спагетти не пробовала никогда, просто были 56 рублей со скидкой. Мои любимые соусы были со скидкой. Больше всего люблю сэндвич соус, не знаю почему. Он мне больше всего заходит. А ты сырный купила мой? Сырный цезарь купила? Его не было, у нас что, закончился? Ну, я не знаю, вдруг. Я не знаю. Орешки, кешью, обожаю кешью. И помидорчики. Походу, через... цезарь намечается. Цезарю, да. Ой, чуть не упал. И сейчас я буду... Сейчас я замариную курицу. Курицу я показывала уже, как мариную. Отличие. Ничего такого в нем нету, в этом маринаде. Все, что есть в холодильнике, складываем в одну миску, натираем. У меня вот очень много всяких разных. Я люблю, очень люблю специи. У меня много специй. Все, что есть, все вместе. А ты личи смотрела? Личи не было. Я их писала в список. Я даже сегодня список составила, потому что в обеденный перерыв надо было быстренько-быстренько. И мы с Женей туда-сюда. Вот. Все, покупки на этом закончились свои. Ну, я не знаю, насколько нам хватит. Дня на 4 хватит. На 3. У нас я вчера готовила суп с фрикадель. Нет.
С клёцками, да? Угу. Клёцки, галушки, нет, с фрикадельками. Как называется? Фрикадельки были в воскресенье. В смысле, с клёцками сделала? Ты вчера ела, что вечером? А, да. С клёцками или с фрикадельками? Я не помню. Жрёт всё подряд. Я даже не понимаю. Вот. А сегодня я сейчас запеку курицу в духовке. А курицы я не знаю. Хочешь, я тебе фри пожарю? Да не, не хочу что-то. Завтра давай фри. Вот и все. Я прибыла. А, что хотела показать. Нет, а не выключай. Я не собиралась как-то. Чем занимается женщина в воскресенье? Та-дам! Я поменяла фартук. Красиво. Единственное, что я не смогла поменять розетку. Потому что... Не потому, что я не умею. Я умею. Я не нашла отвертку. Здесь подарите нам отвертку. Отвертка обычная, как она называется? А у меня я нашла только... Крестовая? Фигурную. Нет, крестовую я нашла, наоборот. А здесь нужна обычная. Какая, в смысле, обычная, мам? Ну, палочка обычная? Ну да, с одним этим. Я не знаю, как она называется. Найдите нам, пожалуйста, подарите. Вот. Я, в общем, поменяла фартук. Он короче, мне надоел тот старый, тому уже 100 лет в обед. И вот тут еще. А, ну, тут добавила, потому что кошки там забрызгивают этот обои, а когда их начинаешь тереть, они оттираются вместе с краской. Короче, мама хотела вот эти вот полосочки две сделать с этими цветочками. Да, Ульяна мне помогла. Я ее поругала, сказала, ты что, как оно будет выглядеть? Это ж вообще будет некрасиво. Мама говорит, так же сочетаться будет. Да. Это какой сочетаться? А вот так вот красиво. Ой, вот только непривычно то, что светло у нас. Светло. Я кое-где скотч да. Еще не поубирала, потому что мне неудобно. Я когда его клею, ну, некому помочь мне держать. Ну, поняли, да, склеиваю, чтобы оно не ползло. Потом нам подсветку, знаешь, надо на 1 метр купить, так вот обтянуть красиво. Мне поставят розеточку здесь, поменяют. И подсветку еще купить осталось, вот так вот 1 метр, да? На лучше 2. В общем, вот так вот, чем занимается женщина в воскресенье. Я сидела, просто пила кофе. Повернулась сюда, думаю, господи, как ты меня насточертела уже? Темная была. Вот так подошла... О, вот тоже я тут не убрала. Здесь у меня держится. Машина подближается. Я подошла, сколупнула вот так, оно пошло. Ну, я и оторвала нафиг все. Ну, уже все грязное было, надо было. Но оно не грязное, оно уже потемнело. Да, потемнело, вот. Пожелтело. 6 лет назад делали фартук этот. Какой 6? Ты что? Не 6. 6 лет назад. В смысле 6? Да в смысле 6? Чего так быстро время летит? Мы здесь 11 лет живем в этой квартире. С 2010 года, конца 10-го. Мне 2 года было. Ну, 3, да. А, да. 2. Было. Так что вот такие пироги, какие у меня ручки золотые. Еще какие. Так, ну все, поехали мариновать курицу. Я снимать не буду, показывать не буду. В моих прошлых видео поищите, там есть. Пока все как бы. В общем так, сегодня на ужин у нас салат из пекинской капусты с сыром, помидорами, яйцом. А-ля Цезарь. И вот мы курочку запекли. Это запекся, скажи, я тебе скажу, мед, потому что с медом. Ну, естественно, все это готовилось. На этом я ее еще не доставала, только-только достала из духовки. Вот время сейчас уже 19:43. Мы еще не ужинали. Я, это точно, Ульяна поела этого салата немножко. А я нет, не ужинала еще и не знаю уже, хочу я его или нет. А причина в чем? А причина в том, что у нас опять слетел интернет. Но на этот раз я его починила вообще по-суперски. Я удалила нахрен все. Даже беспроводное соединение. Даже беспроводное. Проводное. Короче, пофиг. Вот. Психовала, нервничала. В оконцовке я позвонила своему коллеге. И он сейчас ко мне придет. И будет делать. Это наша палочка-выручалочка. Игоречек, спасибо тебе большое за то, что отзываешься. Позвонила Саньку
У Санька у жены день рождения. Позвонила Игорю, вроде бы согласился прийти. Но он, в принципе, недалеко живет, поэтому... Вот. Но тоже, да, 8 часов вечера, блин. В общем, как-то так. Вот такой сегодня у меня насыщенный день был. Вот такие вот дела. Все, всем хорошего настроения, всем здоровечка. Будем дальше. Я не знаю, буду я сейчас кушать или нет. Ждем Игорька, настраиваем интернет. Все. Все лайк, рекомендуем, смотрим. Извините за длительные большие паузы между видео. Ну, реально. Вот в воскресенье я делала эту фартук, панель эту. Я просто так нервничала, так психовала, так это, что я не стала уже ни снимать ничего, ни... В общем, как-то так. Все, всем пока, до встречи. Пока. Пока-пока.